Дорогие ребята, я думаю, уже можно вас называть господа офицеры. Хочу поздравить вас с первым офицерским званием. Если на жизненном пути вашем будут попадаться какие-то неприятности, я думаю, с рязанской закалкой. И вот пока есть такие лейтенанты, молодые ребята, которые готовы защищать Родину, Россия будет жить. Офицеры стали, пьем за родителей. Дай Бог здоровья, счастья, удачи, любви, терпения. Между нами всегда была взаимовыручка, чтобы те люди, которые окружают нас, всегда понимали нас, поддерживали.